На голосование ранее выдвигалась инициатива жителей 11-го микрорайона. Напомним, горожане хотели разбить у 7-й школы небольшой парк с зоной отдыха, велосипедной трассой и спортивной площадкой. Однако поддержали идею единицы. В связи с низкой явкой голосования решено продлить. Только теперь на выбор добавился еще один проект от жителей 10-го микрорайона. В районе 22-го, 26-го и 37-го домов они хотят восстановить спортивную площадку, на которой уже давно просто паркуются автолюбители. Здесь будут места для развлечения детей разных возрастов, зона отдыха для взрослого населения, а также дорожка для катания на роликах и самокатах. Поддержать ту или иную идею может каждый житель Нефтеюганска. Для этого достаточно оставить свой голос на портале «Открытый регион Югра». Голосование продлится до 15 марта.